В текущем году в Кызыле появится 19 новых светофоров, 11 пешеходных ограждений на разных участках дорог города и 7 пешеходных переходов. Средства на приобретение материально-технических ресурсов будут выделены из федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Об этом сообщила специалист отдела транспортной инфраструктуры Министерства дорожно-транспортного комплекса Тувы Кызыл-Кат Суктерол. Так, по ее словам, новые светофоры появятся на особо аварийных участках дорог, где происходят ДТП различной степени тяжести. Кроме того, некоторые светофоры будут заменены на более новый вид. Также планируемые мероприятия позволят увеличить пропускную способность для транспорта.